Ну что ж, привет, друзья. Вот уж Хэллоуин на пороге, от страха плачут детки. Их не устроил компромисс, жизнь или конфетки. Готовы кушать сладости дети круглый год и смотреть видюшки, что выложил задрот. Ну что ж, ребята, а в глубине души все мы дети, поэтому подписываемся на канал, закупаемся сладостями и приятного просмотра. Ну что же, это видео будет посвящено игрушке Empire Puzzles. У нас здесь новые сезонные события, которые будут посвящены празднику Хэллоуин. Да, у нас новый квест, новые призывы. И как вы смогли заметить, изменился немножко интерфейс игры в честь праздничка. Ну и, к моему сожалению, я не буду принимать участие в этих призывах. Как вы смогли заметить по прошлому моему выпуску, я слил по незнаючи все жетоны эпических героев. Да-да, ребята, вот такая вот непруха. Но ведь можно было попробовать выцепить новых героев. Да, новые герои у нас в этом событии. Это у нас и Франк, и Ванда, и... как, блин, я уже даже забыл, как их... Короче, четыре новых героя. Джек, вот. Франсин и Джек. Поэтому моих призывов в этом выпуске не будет, зато будут призывы моего подписчика и моего соклановца. И скажу вам честно, эти призывы довольно-таки приятно меня удивили. Чем удивили, вы увидите далее. Ну и как всегда, он начинает с того, что все свои серые жетоны, точнее не всех, ну для разгонщика, вот так я назову это, используют серые жетоны и потом уже непосредственно переходит к призыву. Так, ну что ж, первый поехали. И здесь у нас кто? Сразу Влад. Сразу герой сезонных призывов. Неплохо. Так, еще для разгонщика сольет немножко серых жетонов. Но пока идет, согласитесь, довольно-таки недурно. С одного призыва сразу сезонный герой. Ну что ж, сколько он оставит серых жетонов? Я думаю, еще оставит. Тактика у него такая. Так, ну второй призыв. И здесь у нас что? Так, и здесь у нас яд. Ну что ж, здесь у него еще такая тактика, как перезаходить в игру. И вот сейчас мы с вами будем наблюдать уже второй его заход. Опять подсливает он немножко сереньких. Клеймо. Жалко, очень обидно, ребят, что не получится у меня призывать. В прошлом видео я слил 3 или 4 даже жетона. Ну, блин, здесь бы они мне очень даже пригодились. Так, второй заход. И что у нас? Бальтазар. Опа, и бонусник. Отец. Ну ты видел? Видел? Обалдеть. Кстати, ребята, чем меня еще удивило, то, что мой подписчик, тот, кто прислал мне это видео, он такой же, как я, яростный противник донату. То есть он в эту игру не вкидывает ни копейки. Все своими силами, своим терпением. И, как видите, и герой месяца может выпасть, и герой сюжетки. Так что храните деньги в банке, а не в этой игре. Так, еще один призыв. Здесь у нас Франк. Обалдеть, 4 звезды. Ну круто, круто, блин, вот герой месяца, герой сезонного призыва, то есть все как надо у него. Вот у него Зулак даже есть. А чем меня удивил, ребят, так тем, что 3 Зулака. Заебись, четко. Получается четко. У вас действительно... Представляете, ребят, 3 Зулака, да, это не вкидывай сюда бабло. Ну и как видите, довольно-таки неплохие у него персонажи. Очень-очень рад я за своего подписчика. Желаю ему таких же в дальнейшем призывов. Ну, а я буду копить и ждать своего часа. Да, вот он, Владос. Ну что же, ребята, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Жмите пальцы вверх мне, моему каналу и призыву моего подписчика. Ну и, как всегда, играйте только в топовые игры.